Здравствуйте, меня зовут Рыжова Надежда Борисовна. В следующей лекции мы с вами поговорим о правилах ведения реестра недобросовестных поставщиков, который предусмотрен 223-м федеральным законом. Поговорим об основаниях включения сведений о поставщиках в реестр недобросовестных. Поговорим об основаниях для отказа во включении сведений, о тех последствиях, которые влечет включение сведений в РНП для поставщика и для заказчика. Смотрите на видеоконсультанта.